нас тут опять 25. И так изо дня в день. Изо дня в день на участке дороги 65 лет Победы Семенова вытаскивают около 10 машин. Проезжая часть отсыпана огромными камнями размером с булыжник. Далеко не все автомобилисты могут преодолеть препятствия. Кто-то застревает, кто-то буксует. Очень неудобно ездить. Давно здесь такая ситуация? Не знаю, первый раз тут еду. Поедете еще раз здесь? Нет. Я его вообще стараюсь объезжать. Вон через Солнечную поляну. А вообще здесь проезжали? Бывало? Нет, не рисковал. Видел, как застревают, поэтому не искушал судьбу. На велосипеде неудобно, вот по щебянке, по большим камням. Местные жители квартала дружно ежедневно наблюдают бесплатный аттракцион. Некомфортно с коляской ходить особенно. Ну, машины если... вообще буксуют через каждые, наверное, вот 3-5 минут. Они да. Вот когда поворачиваются, если когда дождь был, они тут просто их друг дружку вытаскивали. Да. И учитывая, что мы живем на 15 этаже, мне все эти камни слышно, что у меня даже окна закрыты, я слышу, как они тут буксуют. Очень неудобно. Вот дожди были, ну не пройти же. Ну не пройти, не проехать. Ну посмотрите сами. Забыли, просто забыли. Лежачие полицейские положить не забыли, а про асфальт забыли. Автомобилисты, велосипедисты и пешеходы просят даже не дорогу, а элементарно прикатать немного щебень. Но на горизонте все-таки вырисовывается строительство новенькой дороги. Мэрия в социальных сетях прокомментировала, что с расторжением контракта на строительство дороги проведены новые конкурсные процедуры. В ближайшее время будет заключен новый контракт и начнется обустройство проезжей части. Вот только когда дорогу приведут в безопасный вид, непонятно. Конкретных дат администрация не называет. Местные жители уверены, что объезжать и обходить каменистую дорогу придется еще не один месяц. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.